Леся Деревец. Когда-то вы говорили, что очень хорошо дарить ребенку в день рождения 11 лет золотую гладкую монетку в виде пластины. Напомните, берете пластину, дарите ребенку, носит на себе. Отлично, еще хорошо, золотой кубик, чтобы носил. Тогда будет очень везучим. Валентина, еще, если вы не хотите, чтобы вас в жизни обманывал кто-то, и все говорили правду, возьмите шарик, сделанный из янтаря, проденьте в него две ниточки и носите на своей шее. Если носить на своей шее две ниточки, просунутые или продетые в одну дырочку янтаря, и носить на себе на протяжении нескольких месяцев, то люди, которые вас не любят, скажут об этом, люди, которые вас обманули, скажут об этом, и все начнут говорить правду. Шарик из смолы на шее, из любой, но желательно окаменевшей, поможет вам справиться с этим. Обряд данный, он народный. Раньше носили кусочек сосновой живицы. Считается, что если человек носит кусочек сосновой живицы в ладанке или в таком мешочке, то это заставляет всех окружающих говорить ему правду. Но живица — это смола, а янтарь — это окаменевшая смола. Поэтому янтарь и красивее, и благороднее, и в общем-то...